Итак, друзья, всем привет! Отвечаю на ваши вопросы. Первый вопрос был по поводу того создания файла. Смотрите, я тоже сейчас уже перешла на новую версию Adobe Illustrator CC 2019, и он визуально немножечко отличается от 2018 года. Что здесь происходит? Когда вы первый раз запускаете программу, у меня, видите, здесь уже есть недавние файлы, то есть то, что я работала и делала, у вас этого не будет. У вас будет вот эта панель, она вниз опущена, а здесь пустое окно. Соответственно, вы можете быстро создавать файл. Здесь вот самые популярные. А4, почтовая открытка, iPhone X, да, формат. Либо же вы можете создавать тем классическим способом, каким я показывала. Создать. И у вас открывается окошко. И здесь вы уже видите мобильное устройство для интернета, печать. Вот эти вот недавние и сохраненные, они появляются после того, как вы уже использовали программу, и программа запомнит то, что вы делали. Ну, соответственно, выбираете, например, печать. А4, смотрите. Вот это монтажные области, это количество листов, которые у вас получится. У нас есть отдельный урок по монтажным областям, там все это сделано. Ну и говорите создать. После того, как вы создали, вот у вас появился лист А4, как и заказывали. Если нужно было, можно было показать 2 или 3 листа. Отдельный урок, там все это разбираем.